6. Squish. Cicero. Leipzig. Чпок. 6. Squish. Cicero. Идеально. Но раньше, как только наступало 12 часов ночи, он просыпался и шел на кухню есть сосиски с майонезом. И я не выдержала и выгнала его бегать всем утра здесь, на беговой дорожке. И стал он бегать, и стал он заниматься спортом, и стал он прежним. Этот зал а этот аллилуйя, и все вместе аллилуйя. Он стал прежним, а ты, ну ты нарвался, ну ты попался, ну как ты мог не похудеть. А мой муж любил курить, причем везде. На диване, в постели, в ванне, в машине, да где угодно. Он даже научил курить моего кота. И он сбежал. И когда он подходил ко мне меня целовать, я думала, вот-вот, и он нарвется. Но когда в очередной раз, покурив, он выпил пиво и съел таранку, мои нервы не выдержали. И он круто нарвался. И он нарвался, и он попался. Он перестал теперь курить. И не пытался, и не старался при мне таранку с пивом пить. Огонь. Мой любил выпивать, и каждый раз после очередной вечеринки он приходил и все время орал на меня, что ему лучше купить на базаре 5 чебуреков и 8 беляшиков, чем кушать мой драгоценный борщ. И я не выдержала, я пошла в спортклуб Джайпур и стала заниматься кикбоксингом. И однажды, когда я вернулась домой и видела мужа, решила отрепетировать элементы нападения на нем. И он попался, и он нарвался, и он прощения просил, и восхищался. Наконец-то чудо случилось.